очень благодарны вам за то, что, несмотря вот на такую непогоду, вы сегодня все к нам пришли. Это очень приятно, и мы благодарны лично каждому из вас. И это больше нас вдохновляет и придает сил. Сейчас у нас первый из серии мастер-классов, посвященный режиссуре, вот Владимир Иванович Хатиненко, буквально вот на подходе. Все эти мастер-классы приурочены к открытию киношколы для инвалидов. На всех наших информационных ресурсах мы эту информацию разместим. Любое доброе начинание должно начинаться в дождь. Желаю удачи, успехов. Сегодня вечером так получилось, что я вот прямо отсюда поеду на большое мероприятие в Патриархию и обязательно тоже расскажу о нашем начинании, потому что чем больше будет таких добрых гуманитарных проектов, тем более комфортно будет себя чувствовать каждый в нашем обществе. Я уверен, что такие классы с операторами, с звукорежиссерами будут очень востребованы и интересны. Чем больше будет таких добрых дел, тем более комфортно и уверенно будут чувствовать себя люди, у которых есть какие-то особенности, связанные со здоровьем в нашем обществе. Как гласит китайская мудрость, всякая длинная дорога начинается с первого шага. Еще почему хорошо, что дождь? Вы знаете, определение, что такое кино и что такое режиссура, я сегодня постараюсь вас чуть-чуть ввести в профессию. В ней есть архиважный компонент – это терпение. А его у вас должно быть предостаточно. Я понимаю, что хоть чуть-чуть, один раз хотел бы появиться, два раза, я обязан. Я обязан свою лепту в этом нести. Это дело для нормальных людей, вот так я вам скажу. Не для добрых, а для нормальных.